Всем привет, друзья! Вы на канале Baby Go. Здравствуйте, мои дорогие! Денечек, поздоровайся со своими друзьями. А поздороваться? Вы на канале? Друзья, сегодня у нас рамки и вкладыши Монтессори. Вот такая вот штука. Вот. Цель игры – это знакомство с сенсорными эталонами формы, развитие мелкой моторики руки, развитие психических процессов внимания, элементов логического мышления. У нас будет самая простая игра – найди вкладыши и вставь их. Денечка, представь, что это дом. Вот это у нас окошки, а это ставни, которыми надо закрывать окошки. И если сейчас будет гроза и молния, и пойдет дождь, нам надо успеть все окошки закрыть ставнями. Поэтому мы в нашем пазле сначала должны ставить окошки, а потом фигурки, типа эллипса, прямоугольника, треугольника, вставить наши окошки, закрыть как бы ставни. Давай попробуем. Давай, мы какие кладем окошечки? Мы сейчас с тобой найдем. Давай сначала окошечки вставим с тобой, Дениска. Или ты хочешь сразу окошечко и со ставни вставлять? Так, давай закрывать. Смотри, дождь, гром, молния, а дома у нас все окна открыты, день. Гроза, молния, людей заливает. Давай окошечки, давай рамы ставим в окна, окошки вставим и закроем их ставнями, давай. Чтобы людей не заливало. Вставляйте окошки, окошки. У нас, смотри, окошки с разными фигурами, с треугольниками, кружочками, эллипсами. Ой, заливает, заливает, ой, заливает, гром гремит, льется водичка. День, а теперь смотри, надо ставни закрыть, а то дождик все равно будет попадать, мочить. Найди треугольничек. Где? Вот. Супер! Одну ставню закрыл, а еще круг куда надо, Дениска? Так, супер! Так, кружок вставили. Прямоугольничек, Дин, смотри, куда прямоугольничек? Закрывай, быстрее, быстрее. Нет, это треугольник. Смотри, я тебе подскажу чуть-чуть. Ну-ка ищи. Это эллипс. Смотри, левый нижний угол, Дениска. Смотри внимательно. Дин. Вот, смотри, вот куда. Давай, вставляй. Ну, попал? Давай, 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 давай. Так, а кружочек ты зачем вынул? Там же людей заливает водичка. Вот. Квадратик давай вставим. Давай квадратик вставим. Ну, водичка заливает. Быстренько надо. Надо спасать людей. Давай, спасай. Спасай, правильно. А кружочек? Давай обратно его вернем. Зачем ты его забрал? Заливает же, заливает людей. День, спасать надо. Вот. Давай треугольничек. Денис. Дениска, смотри, треугольник мама держит. Куда надо? Быстрее, быстрее, заливает, заливает людей, заливает. А ты зачем ему окно разобрал? Так, круг? Нет, круг уже стоял у тебя в правильном же месте, Денис. Смотри, треугольник. Смотри, куда его надо, день. Мама тебе подсказывает, Денис, посмотри. Мама тебе подсказывает? Давай, вставляй. Ну, а переверни попробуй. Попробуй переверни треугольничек. Давай я тебе помогу. Вот так попробуй вставить. Вот так. Это хорошо, да. Окошко ты вернул, кружочек. Молодец. А треугольничек, посмотри. Не закрыл же ставеньку? А вот это я. Давай квадратную ставню закроем. Давай, так. Ну, почти, почти попал. Давай чуть-чуть еще, чуть-чуть. Давай попробуй еще. Ну, последние усилия, давай. Так, молодец. И два треугольника у нас с тобой остались. Давай, закрывай ставеньки. Закрывай, закрывай, а то людей зальет, бедных зальет, зальет. Так, так, ну давай. Нет, переверни треугольник. Так, пробуй. Пробуй. Давай, 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 это зальет. Сейчас зальет, зальет, там гром гремит. А вот этот-то что, ставни не закрыты. Давай закроем. Давай. Нет, поверни чуть-чуть, поверни. Давай, как раз моторику потренируем, день. Давай. Ну, 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 давай. Давай, я тебе чуть-чуть помогу. Вот, давай. Помоги папе. Смотри, папа не может попасть. Так. Наверное, надо перевернуть, день, смотри.
Попробуй вот так. Попробуй вот так. Ну-ка, ну-ка, давай. Ну, ну. Молодец, друзья, смотрите. У нас в доме окошки. Окошки со ставнями. Пошел ливень, гром, молния, и мы людей спасли. Мы закрыли окошки и закрыли эти окошки ставнями. Теперь их водичкой не зальет. Вот такие интересные развивающие игры бывают. Вот это придумала Мария Монтессори. Мы будем дальше стараться придумывать для вас интересные игры. А сегодня мы ненадолго прощаемся. Это был канал Baby Go. Подписывайтесь, ставьте нам пальцы вверх. До новых встреч. Пока-пока, друзья. Пока-пока, ручкой. Пока. И помаши. И поцеловать, да? Давай, целуй. Пока-пока.